И вот приходит грозный муж, зубами стуча: ты где и с кем вчера была? Совсем забыла стыд! Рассказывай всю правду, а то я тебя! А жена ему и говорит: тю-тю-тю-тю, зачем былое ворошить? Кому так легче будет жить? Вот тебе пиво и ветчина. А что вчера было? А что вчера было? А что вчера было, то было вчера. А что вчера было, то было вчера. И вот приходит педагог, очками блестя: скажите, кто такой Нерон? И кто разрушил Рим? Скажите хоть, когда и где распяли Христа? А мы ему и говорим: ой, тю-тю-тю-тю, зачем былое ворошить? Тебе так легче, что ли, жить? Вот тебе пиво, еда и вино. А что когда было, а что когда было? А что когда было, то было давно. А что когда было, то было давно. Конечно, мы вчера с Нероном. У-тю-тю-тю. Весь Рим сожгли и Карфаген уделали дотла, там был какой-то малый. Он нес клематью. Ну, мы его к столбу гвоздями. Зачем былое ворошить? Кому так легче будет жить? Новое время на наших часах. Пойдем лучше в гости, у наших соседей родился чудный мальчик, назвали Чиж.